Обеспечение верховенства закона и законности является одним из важнейших принципов построения демократического правового гражданского общества. Большое внимание уделяется повышению качества оказания юридических услуг. На эффективность работы, проводимой в этом направлении, влияют и различные республиканские мероприятия, в том числе и конкурс «Самая лучшая корпоративная юридическая услуга». Во всех государственных органах и организациях на поток поставлено оказание юридических услуг. Качество процесса напрямую зависит от профессионализма и личных качеств сотрудника, их оказывающих. В целях поощрения работоспособности специалистов по инициативе Министерства юстиции был дан старт республиканскому конкурсу «Самая лучшая корпоративная юридическая услуга». В конкурсе, вне зависимости от организационно-правовой сферы, могут участвовать все работники коммерческих юридических услуг, а также все остальные сотрудники юридических служб с высшим юридическим образованием. При этом трудовой стаж и занимаемая должность не будут учитываться. Прием документов участников начался 15 января и продлится до 15 февраля. А рассматриваться они будут с 20 февраля по 30 марта. Те, кто будут участвовать на конкурсе, будут отправлять свои работы через анкеты в министерство. Эти анкеты должны отправляться вот на этот адрес. Деятельность участников будет анализироваться таким образом. Из них будет отобрано 7 юридических служб, которые наберут самый высокий балл. Этот этап считается вторым. На последнем этапе будет проведена беседа с участниками и командой экспертов, после чего выявят троих победителей. Обладатель первого места получает 10 миллионов сумов и соответствующий сертификат. Второе место — 5 миллионов сумов и соответствующий сертификат. Третьему месту 3 миллиона сумов и сертификат будут вручены. Победители конкурса будут награждены в рамках международного юридического форума «Ташкент Лоу Спринг». Он состоится в Ташкенте в апреле.